Приветствую вас. Я думаю, что у вас отсутствует запрос к психологу, то есть, ну, вы просто вот описываете свою проблему, то есть вас беспокоит, вот, но запроса никакого к психологу у вас нет. Мне кажется, что это, наверное, первая такая, ну, проблема, которая пока не видит, потому что, ну, как бы не очень здорово, что нет запроса. А второй момент заключается в том, что вы не можете забыть парня, потому что вы расстались. Здесь, опять же, нужно смотреть, чего вы хотите, да, то есть вы хотите его забыть, это невозможно, но помочь пережить вам расставание вполне себе можно, то есть это не сложно сделать, вот с точки зрения психологии, да, это сделать не сложно. Абсолютно. Это можно в процессе бесед лечебных, ну да, это можно вот, сделать постепенно. Вот, не сразу, конечно, не сразу, но постепенно это можно сделать. Так что здесь как бы сложности как таковой, ну, на мой взгляд, нет, здесь как таковой сложности. Вот. Другое дело, хотите ли вы над этим работать, то есть хотите ли вы анализировать, смотреть, разбирать вот, то, что, допустим, с вами произошло, то, что случилось, вот. И так далее. То есть, ну, это же произошло не случайно, да? То есть не случайно произошла такая история, что вы расстали. Значит, у этого есть какие-то основания, у того, что вы расстались, есть какие-то причины того, почему вы расстали. Вот. Мне кажется, что поисследовать это можно, и в результате исследования, я думаю, что, в общем-то, будут вполне себе ясны и понятны причины, и что вам делать дальше, будет тоже вполне себе ясно, вот. То есть, ну, тут, конечно, понятно, что многое зависит от того, что вы хотите сами для себя, то есть, ну, что вам нужно именно. Вот, очень важный момент заключается в том, как вами как вы восприняли расставание, да, с человеком. То есть как вот конкретно вы восприняли расставание, что это для вас значит, что это для вас стало значить. То есть это нужно исследовать. Ну и, соответственно, так вот постепенно меняя свое отношение к происходящему, я полагаю, что вы сможете решить проблему, которая у вас сейчас образовалась. Вот.
Расставание это всегда непросто, расставание это, в общем-то, всегда нелегко, здесь с вами я соглашусь, вот, но, тем не менее, раз уж это произошло, то с этим нужно что-то делать. И одна вы, судя по всему, не справляетесь. Поэтому обращайтесь, будем работать, будем смотреть, будем исследовать, будем разбираться и будем из этого выходить. Ну, я имею в виду выходить из состояния, в котором вы оказались. Потому что, ну, понятно, что ничего хорошего для себя в этом состоянии вы не видите. Вот. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Значит, еще раз. Хотел бы сформировать основные аспекты. Почему вы расстались, что для вас значит молодой человек, что для вас значит отношения. Как вы восприняли разрыв, какое доминирующее чувство, вот, грусть от расставания испытывал вполне нормально, именно грусть, если вы не можете человека забыть, ну, с этим, как я сказал, нужно работать, да, то есть, как бы, тут нужно исследовать эти моменты. Вот, такой примерно ответ я могу вам дать. Вот. Такая вот история. Такая вот история. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится.